при пресс-релизе написано, что наиболее высокие показатели заболеваемости раком в Ознакаевском, Муслимовском, Сармановском или Нагорских районах. Интересующиеся журналисты знают не по статистике, что из этих районов каждый день курсирует такси из пункта назначения именно в Казань, онкодиспансер. Их очень много. Много такси зарабатывает на этом деньги. Скажите, пожалуйста, по каким причинам, может быть, вы знаете, по каким причинам именно в этих районах такая высокая заболеваемость онкозаболеваниями? Я извиняюсь, но в справке еще и написано и Спасский район, и Зеленодольский район. Ну, хорошо. Из да. всех 43... То есть тенденциозная подача информации, наверное, это не совсем правильный путь. Но тем не менее, я не знаю, вот почему здесь... И Спасский, и Зеленодольский, да. Хорошо, то есть, скажите тогда, по каким причинам... Мы говорим о какой-то конкретной локализации с преимущественным увеличением заболеваемости. Мы не можем сказать, в зависимости от географической локализации района, мы можем это четко связать со средним возрастом жителей данного района. Вот здесь закономерность есть. Чем выше средний возраст в районе, тем там выше уровень заболеваемости злокачественных образований. Это естественно. Чем там внимательнее относятся к вопросам диспансеризации, к вопросам ранней диагностики, тем выявляемость там будет выше. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».